Привет! У нас такой день, смотрите, цветы, подарки. Опа! И именинница жарит котлеты. Поверни! Так, Настя сегодня лоханулась, камера грязная, короче, нельзя ее оставлять одну дома. Короче, я сегодня съездил в Ригу, нужно было съездить по делам. Сказал Настеньке утром, все снимай, что ты делаешь, как ты готовишь там праздничный стол, все. Приезжаю, спрашиваю, снимала что-то? А я забыла. Выруби камеру. Исправляюсь. У меня готова уже одна пицца, и она подгорела, потому что мне пришлось выйти на улицу, коляску там в машину поставить, чтобы гости смогли приходить. Говорю, Моника, следи, а она не проследила, и пицца подгорела. Но вроде как не очень страшно, но ничего. И таких разных будет еще три. Я еще сюда добавила шпинат и руккола. Это вегетарианское. Грибочки, помидорчик, сыр, лук и зелень. Моня, покажи, что тебе родители подарили. Ты довольна? У нас Монечка заказала... Возьми коробочку. У нас Моника заказала, был спецзаказ. Девка взрослая. Какие сюрпризы, да? И вот родители ей подарили то, что она просила. Она очень довольна. Так, еще одна в духовке детская такая, с колбаской и с чем там у меня? Помидор и сыр. Это я делала, и чтобы у меня один противень, короче, я придумала, на бумаге прям делаю одну, вторую, третью, и потом просто этот лист будем класть на противень, и все. Потому что у нас уже через 45 минут гости придут, а нам еще две пиццы поставить в духовочку. Так, и две пиццы у нас будут ананас и курица. Я курочку предварительно отбила и обжарила на маленькие такие тоненькие кусочки, соль, перец. И выкладываем на сыр, на кетчуп, ананасики рядом. И сверху сейчас будет все это посыпаться с сыром. Ребят, мы опаздываем, ничего не это самое, не поснимать. В общем, мне кажется, сейчас я ничего не успеваю. День продолжается, вечер продолжается. Ждем гостей, вот такой вот у нас стол. Это что-то кошмар. Накрытый. Смотрите, и салфеточки мы подобрали под цвет стола. Бабушка Вера поздравила Монечку, подарила цветочки. Скажи, бабушка, всем привет. Можешь передать привет Свете, Яне, Иннокентию, всем-всем-всем. Привет. И Полька, какая красотулька. У кого сегодня день рождения? У тебя или у Моники, а? У Мне кажется, походу, что у тебя, да? С ананасиками готово. Пахнет просто невероятно. Делаю, ничего страшного, делаю вторую. Нам уже видели, бабушка пришла. Это вот последняя будет. И ждем всех и садимся. Это уже все, что остается. Вкусно, Миляш, Тим? Да. Чё, да, такие веселые. Я, мы знаем толк веселья. Да. У нас тут фотосессия. Моня фоткается. Так, Полина, а ты? Пиццу поела? Так, вы доели все? Нет. Ева. Покажи хоть его. А вот ты поела, да? Ева, ты ела или нет, признавай? Так, друзья, ну что, мы уже посидели, гости все ушли по домам, да, все поели пиццы, все, Настенька везет. А кого мы везем? Мы везем бабушку Веру домой в Изеркрас, через весь город. Так как у нас уже 8 вечера, 8:30, мы не отпустили бабушку Веру на маршрутке домой, мы ее везем. И вот Анастасия Сергеевна нас везет домой. Домой нас везет. Ой, ну, молодец, молодец, дети есть. Умничка. У тебя очень хорошо получается. Так, ну что мы отвезли бабушку Веру и едем домой, потому что дома осталась Милена и Полинка. Старые хиты. Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня очень такой особенный день, потому что у Настеньки экзамен по теории в
ЦСДД на права. И мы сейчас уже находимся около ЦСДД. Вот оно у нас такое вот. И через 15 минут у нас начинается экзамен. Волнуешься? Немного. Дедушка тоже приехал, потому что у него сдает. Тоже супруга, теща моя тоже сдает на права. Так что... Да, все, пошла сдавать экзамен. Блин, друзья, мы так волнуемся с сыном. Ужас просто. Мне кажется, мы больше волнуемся, чем наша мама там сейчас за дверью сдает экзамен. Но надеемся, что все будет хорошо. Настюша, Настюша, ну как сдала? Сколько ошибок? А ты сдала? Я сам сказал, что ты сдаешь. Так, мы приехали уже к... Это, как называется? Покамат. И мы сюда уже второй день приезжаем, потому что он не работает. И вот сейчас он подходит, и там опять не работает, будет звонить. Как это? В техническую службу. То есть нам посылка пришла, очень интересно, что там. Готова принимать ваши поздравления, потому что я сдала экзамен с первого раза в ЦСДД и ноль ошибок. Мы учимся, кстати, с мамой. Я не знаю, он говорил это или нет. И вместе ходили в автошколу, вместе сдали экзамен, вместе сдали ЦСДД экзамен, тоже ноль ошибок. Круто. Я так волновалась с утра. Это пипец. Но все было хорошо. Кстати, те же самые вопросы, что и дома мы онлайн можем проходить. Один в один, просто один в один. Если вот вы дома тренируетесь, то вы сдадите сразу же. Макс уснул, наш папа пошел с ним гулять. И у нас впервые в жизни после дня рождения не убрана кухня. Да, как бы поздно не ушли гости, как бы какое бы ни было состояние, мы всегда мыли посуду. Но вчера мы повезли бабушку поздно, пришли, Максим весь вечер. Он вообще у нас не спит ночи 3-4, орёт просто, ну, по ощущениям, что зубы лезут. Не знаю, не знаю. Вроде не сильно все напухшее, но просто орёт беспокойно, капец. Так вот. Кухню мы оставили на утро, а утром экзамен, поэтому мы убежали, все это бросили. Блин, стыдно ужасно. Извините, что я вам это показываю, но сейчас я это буду все убирать. Боже, остался брать сковородки. И я молодец. Ура. А сейчас я хочу вам показать нашу посылочку, которая пришла, заказ. И как-то я вам про косметику... Где тут у меня? Про косметику Лига уже рассказывала. И настолько она мне понравилась, что, видите, второй заказ. В этот раз в заказе у нас такой вот кремчик ухаживающий с василечками. Рудзу пути, да, гидролат, зепу. Ой, лепу, зеду, эллю. Для сухой кожи. Вот, хочу попробовать. Я на него глаз положила еще в первый раз, когда заказ делала. И будем пробовать. И я обязательно попозже поделюсь впечатлениями. Дальше. У меня уже есть один тоник, и мне понравился. У меня немножко другой, мы с девчонками пользуемся. А сейчас вот такой вот на основе розы взяли. И я хочу сказать именно про тоник. Отдельный вообще респект за то,
что они так придумали. Пшикать тоник сразу на лицо, не пшикать его, не лить, то есть на ватку, это гениально. Моя страсть к умывалкам вы знаете. И вот такая у нас будет пенка очищающая. Мы будем пробовать ее. Она тоже тут роза с каким-то маслом розы. От Лиги у нас было серум, как вы помните, гиалуроновой кислотой. Офигенная вещь. Я ненавижу, когда крема, знаете, оставляют жирную пленку на лице, и потом это хочется умыться. Но вот эта вещь, и потом ощущение на лице, и впитывается быстро. Такой тоник. Он у нас был вот такой Рудзупути с василечками. Ну, я, знаете, расхламлялась тут, да, сняла все этикетки. Это для глаз, под глаза как бы, и... Он экономно очень расходуется. Капля нужна, реально капля. И у нас вот этот еще кремчик. Пользуются девчонки. Он от прыщичков, антисептический, с помпочкой, очень удобно. С чайным деревом. Пахнет вот чайным деревом. Кому нравится, просто его нанесешь и вдыхаешь. Просто офигенно. Я сказала 10 раз слово просто, да? И взяли Моники мицеллярную водичку с персиком. Она у нас пользуется мицеллярками. Я не очень люблю, мне вот именно нужна, знаете, пенкой, водичкой умыться. А она вот любит. И посмотрите, тоже как гениально, да? С полилибилизатором. Вот так. Я обязательно все контакты вам оставлю, где можно заказать косметику Лига. Она органическая, натуральная, просто натуральные компоненты. Нам очень нравится с девочками. Вот я это правда от души рекомендую. Привет, привет. Подождите, у нас такая информация очень важная. Пока у меня в комнате скидывается видео в компьютер, начальник моет Максиму в ванне. Звонок, стук в дверь. Подожди, чтобы не пили. Вот. И я открываю, Миленко подходит, папа, кто-то стучится. Я подхожу, смотрю на окна, кто-то стоит. И я открываю дверь, и честно, я в шоке был. Наш вход тут. Короче, друзья пришли к нам. А мы же не говорили, те люди, которые нас смотрят, мы не говорили, наш адрес, все. И они как-то виды из окна. По дворам, да, по машине нашли подъезд, узнали, как что же четвертый этаж, и там, мне кажется, по видео видно даже квартиру, дверь. Ну, если внимательно смотреть, можно найти. Да, и они пришли и поздравили Монечку с днем рождения. Представляете? Блин, я в шоке до сих пор. Они принесли тортик, да. Маленький подарок принесли. Блин, это так прикольно. И вообще, ребят, жалко, что вы не согласились чаек попить. Так что в следующий раз приходите пораньше, обязательно попьем чаек с вами, да? Да. А кто это был? А это семья была семья Перовых. Да, спасибо вам большое. Да, хорошо, вам огромный-огромный привет. Ждем вас в гости. Да. Подпишитесь на наш канал. Батьки их, товарищи, всех пока-пока. Пока-пока.